Вот мы продолжаем посещение храма. Вот здесь вот такая шикарная панорама с другой стороны. Вот я захвачу весь его с другой немножечко стороны. И вот этот вот памятник теперь уже святым семье Николая II. С этой стороны потом стой покажу. Я здесь была несколько лет, да не несколько, уже, наверное, лет 12 назад. И я вот уже забыла вот о том, что здесь вот сделан такой памятник этой семье. А сейчас мы к нему поближе подойдем и рассмотрим. Очень красиво сделано, все вокруг просто шикарно. Есть где на улице. Вот сейчас мы те три дома круглые тоже. Видишь? В среднем мой двоюродный брат живет. Вот сейчас мы их приблизим. Шикарные там квартиры. Екатеринбург, да, Екатеринбург стоит того, чтобы о нем говорить. Великолепная панорама. Вот куда ни посмотришь, вот единый комплекс застройки. Великолепно. Кто у вас архитектор главный? Понятия у вас эта должность не упразднена, в отличие от Омска. Тут, конечно, все шикарно. Вот все продумано, все лаконично, все такое цельное. Я в восторге от этого города. И цветы, заметьте, их посадили не на день города. Они посажены весной и весь все лето радуют своих горожан, несмотря на то, что лето вот такое холодное, и они не растут так, как всегда. И тем не менее, город ухожен, лужайки выкошены, цветы посажены, чистота. Мужики побриты. Мужики побриты, помыты. Все как и должно быть. Заходим внутрь, ждем следующего эпизода. Сейчас.